Такое вот дождливое утро. Всем привет, всем доброе утро. Ночевал я на Челябинской объездной. Челябинск у нас слева получается. Сейчас мы с объездной будем уходить на курган и двигаться в сторону кургана. Курганская область, а сам впереди город Курган. Сейчас перед курганом надо остановиться покушать. Грандиозная тут стройка идет. Правда, на календаре-то осень уже. Они тут успеют это все доделать. Ну вот, в принципе, и кафушка. Так, нам не первую надо, но вторую. Но заезд тут помягче будет. Камеру на ремонте поставить. Где шпион ты сидишь? Кто ее контролирует? Знак 40 и камера. А, во. Тетенька или дяденька? Тетенька контролирует эту камеру. На ремонте 40. А пойду есть туда белый аист. Оригинальненько так. Смотрю, думаю, что-то не то. Зиг-зиг-зиг-зиг-зиг. Ну да ладно. Контрольный обход. Надо всегда обходить, посмотреть. Колесики, малесики. Трактор. Все везде целое, все в порядке. Сим-сим, откройся. Что-то начало моросить. 18 градусов у нас за окном. Блин. Видишь, такой думаешь, бля, ништяк, да, вот, руль. Но когда 8 часов, ты уже за рулем, ты прям вот. А, прям вот так вот. Где она, где? Где эта стоянка, куда встать? Да, немножко выматывает. Сидеть на одном месте. Ну ладно, сейчас у нас будет впереди магазин. Я жопа ленивая дома не затаривался. И сейчас надо будет в магазинчик заехать. Нужно будет прикупить продуктов. Немножко размяться. А то действительно, даже если его подъесть по сиденью на табуретке, но это, блин, тяжело. Паркуюсь тут назад. Заехал вот на территорию. Сейчас пешим надо сходить в магаз. Что-то я дафа поджимаю. Блин, как же все-таки темнеет быстро. Блин, справа от нас наша машина стоит, походу. Так. Все криво, косо поставали, подламываться приходится. Блин, темнеет довольно-таки рано. Разница еще во времени. Сейчас, короче, надо одеться и сходить в магаз. Время уже местного, 2 часа разницы. Ну, короче, уже 6:30. Сейчас там переедем, в горочку поднимемся, и еще час добавится. Это у нас поселок Аббатское. Там вот автокомплекс Аббат. Там и пекарня есть. Сейчас туда пройдем дальше. Там будет магазин большой. Низкоцен или как он называется?
Раньше там вот на стоянке можно было оставлять, но сейчас она, что-то я не помню, сколько платить. 30 рублей, что ли, 50. Вот куда фура заезжает. В принципе, вон я табличку вижу, 30 рублей цена. В принципе, не так дорого, но довольно-таки долго я уже за рулем. Надо немножко пройтись, размяться. А вот, собственно, и сам магазин. То есть здесь дорогу перешел и вроде как бы не ходил никуда. А тут и разминочка. От дорожки немножко отдохнем. Блин, уже стемнело на улице, пока я тут в магаз ходил. Хопа свет, хопа свет. Ты не вырубайся, тоже свет. Сейчас надо пакеты разобрать. И пакетово. И ехать в эту темноту. Красный Яр. День следующий. Перед Омском ночевал. В Красном Яру. Все пасмурно. Но там вроде... Нет. Ничто там вроде нету на Новосиб. Но там пострашнее. Ладно. Так, помыл стеклышки. Позавтракал. Будем выезжать. Полетел, так и идет левым рядом. Вот про это я сегодня стих запишу. Ну, сегодня запишу, а когда выложу, не знаю. Левый ряд вообще для чего он нужен за городом? Чтобы вот так вот я безболезненно, беспрепятственно выехал, но ни в коем случае я дальше не продолжал движение. Я должен перестроиться крайне правую полосу. Это у нас полоса для спецтранспорта. А тебе, чтобы маневрировать. И вот бывает легковые вот так вот тянутся. Особенно он тебя догонит. И сзади там где-то на хвосте он сидит. Ты вроде вот упираешься. Вот сейчас я упрусь, братан. Ну давай хоть чуть-чуть ускоримся. А он нет. Ох, нет, блин. Когда ты уперся, он потом тебя объедет. Но это среди маленьких. А среди наших коллег я такого не замечал. Хотя там есть другое. Они сзади приармянятся. Вот едет он за тобой, бля. И видит, ты упираешься, и он тут сзади. Хопана! Такой хопа! Так сбоку хопа! И выскочил. И все. А что они? Я ничего, блин. Да, и это не обгон, как многие говорят. Учите правила, это опережение, обгон, выезд на встречную полосу. Для встречного, это для попутного направления предназначена полоса. То есть у нас две полосы туда, это опережение. Или опережение. Ну, короче, как-то так высказался я. Вот она, небольшая ветренность. Хорошо этот сорвало. Блин, иной раз такие порывы ветра. Боковой. Там у нас Казахстан получается. Да, я там катался. Как он получается? Восточный Казахстан. Во. И оттуда дует ветер. Это у нас Крутинка. Нет. Это у нас Амич. Немножко перепутал Крутинку свою любимую с мечом. Мойте руки перед едой. Советскими властями. Часть их поставили на учет, а часть рассеяли Казан по кебаб. Монастыря. И только сейчас при строительных работах их собрали вместе. Ну, а воров, 316 это, рублей. Всем приятного. Вот. Хотя вы должны понимать, что стройка есть стройка. Все, поел. Такой вот гостиный двор. Тут евро. Ой, это когда едешь в сторону Новосибирска. Блин, вообще очень вкусно. Всем советую, как у меня жена говорит, отвал башки.
Правда, стоянка там этот мягкая. Ну как мягкая, грязная. Ну и мягкая. В принципе, тут в целом-то везде они такие грязные. Если где-то асфальтировано, асфальтировано тут по пальцам пересчитаешь. Если где-то она есть, ну они тут есть, то там не очень вкусно кормят. Вроде быстро я разогнался тут. Вольво там шла. Вроде я его не осадил. Сейчас будет маневр, буду подсказывать. Ладно, работаем дальше. С полным набитым животом работать крайне приятно, чем голодным. Ну вот и до Новосибирска. Доехал сейчас Новосибирск. Сейчас на объездную туда пойдем. И сейчас Новосибирск обойти, и на стоянку надо встать. Получается, Новосибирск у нас направо, а мы левее так пойдем, левее, и туда уже на Кемерово. Там на стояночку и в баню. Все, объехал я Новосибирск. Справа у нас Тандер. Нифига себе, что-то я и не замечал. Магнит. Едем на Кемерово. Кемеровская трасса. Томск, Кемерово. Ах, банька. Тут заходишь, там. Вечно я ее пугаюсь, короче. Все запотело. Всем спасибо, что смотрели это видео.